Ладно. Есть такой у меня друг, ученик Мезенова Олег Алёнович. Кажется, я не ошибся, кажется, Олег, это твоя. Итак, ты привил на уссурийскую грушу, привил культурную, и кажется, сейчас скажу какую. Груша Яковлева. Или осенняя, или память. И осенняя память Яковлева. Вот, кстати, память Яковлева. Два выдающихся сорта. Выдающихся. И вдруг, вы что думаете, когда я ему совал память Яковлева, я ему подсунул дичок? А? Я до такого маразма еще не дошел. Просто подвой дикий, захватил территорию и задичал культурный побег. Вот они. У, какие эти самые. Так, теперь мы с вами временно исполняем обязанности науки, научных работников, какие бы мы ни были, а? Гражданин Олег Олегович, гражданин Мезинов, вы дальнобойщик, но временно исполняете обязанности садовода, заменяете профессионала, пока они это проснутся. Помните, там этих фамилий не буду называть, которые рядом с вами такое дерьмо выпускают, которые страшно вспомнить. Вот. Вы пока до настоящей науки, пока она обернется, вы исполняете обязанности. Вот, в частности, вам надо сберечь вот этот вот саженец. Какие будут плоды? В конце концов, вершина успеха, дикие будут. Успех лишний раз докажет, что вегетативная гибридация существует. Культурные будут лишний раз докажут, что вегетативная гибридация существует. Полукультурные будут. Все равно это доказательство, что вегетативная гибридация существует. Главное, что не замерз, не замерз. Вот так вот. Так что берегите, как зеницу ока. Больше некому. Наука еще не раскачалась. Самое интересное, они в этих самых в своем большинстве даже не знают вообще, что это такое.